Если бы он не соскакивал, я бы давно подрался, но... Как можно после такого нокаута говорить, что я соскакиваю? Сейчас ты хлеборезку свою со своим менеджером закроешь, а я подумаю, дать тебе бой или нет. Партнер канала 1xBet ежедневно предлагает более 1000 событий. Имеются все популярные виды спорта и лиги. Регистрируйся по ссылке в закрепленном комментарии и получи до 25 тысяч рублей на первый депозит. Вводи промокод BUDNIMMA, чтобы увеличить свой бонус до 32 500 рублей. У Амирхана Оева возникла словесная перепалка с командой Урчтим, в частности с Азизханом Чоршанбиевым и его менеджером Зафаром Аманалишоевым на просторах социальных сетей. Отправной точкой стал сторис Амирхана, в котором он сказал, что не против реванша с Чоршанбиевым, однако тот, по его мнению, сливается с боя, ссылаясь на вес. Если бы он не соскакивал, я бы давно подрался, но, увы, он не хочет драться в 70 килограмм. Не знаю, но я не собираюсь ради него гонять 61 и повторять те же самые ошибки. Просто он знает, что его ждет в 70 килограмм. После чего Зафар ответил Оеву следующими словами. «Избавься от химии в своем организме и сможешь с ним драться в любом весе. Но правда, в бою с ним ты будешь слабее или неувереннее. Я не знаю, не утверждаю, не понимая сути химии. Расскажешь, что это дает, Оев?» Затем в дело вступил сам Азизхан, заявив, что Амирхан для него не представляет никакого интереса, перечислив ряд условий для боя с ним. Также он напомнил Белому Льву их первый бой. «Я тебе хочу сказать, что ты мне вообще не интересен. Ни в 70 килограмм, ни в каких килограммах ты мне не интересен. Если за тебя отдадут хорошие деньги, и ты поможешь быть полмитов, если не дадут за тебя, я не собираюсь с тобой драться, мне ты вообще не интересен. Как можно после такого нокаута говорить, что я соскакиваю, я там не соскакиваю? Разберись в себе, если хочешь драться. Тебе и всем, кто хочет драться, мне без разницы, спускайтесь в мой вес. И за вас должны отдать хорошие деньги, и вы должны из себя что-то представлять. В этом случае бой может быть, а так вообще не интересно мне». Оев же не стал долго затягивать с ответом и в свою очередь освежил события крайнего боя Чоршанбиева в лиге «Наше дело» против Ислама Кадиева, где первый потерпел поражение нокаутом. И мол, теперь условия их потенциального поединка будет диктовать уже он. «Теперь послушай меня, ты и твой менеджер. Я, конечно, понимаю, что Epic Fighting закрыли и ты не успел там подраться, и ты сейчас на жестком спаде. Ты еще, по-моему, даже не проснулся после того нокаута, который тебе Ислам сделал. Но в любом случае, я понимаю, что я твоя единственная спасательная шлюпка сейчас, потому что я о тебе, видите ли, вспомнил. Сейчас ты хлеборезку свою со своим менеджером закроешь, а я подумаю, дать тебе бой или нет. И, честно говоря, за меня-то заплатят, а вот за тебя еще надо подумать». Напомню, бой между Амирханом Оевым и Азизханом Чоршанбиевым прошел в организации MC Fight Nights еще в конце 2020 года и закончился в первом раунде нокаутом в исполнении Ред Кинга. Позже Белый Лев рассказал, что он упал не от удара, и это было лишь следствие состояния его здоровья, причиной которого стало неправильное восстановление после весогонки. Справедливости ради стоит заметить, что в данной ситуации все-таки Азизхан вправе выдвигать свои условия для этого реванша. А как считаете вы? И интересно ли вам их второе противостояние? Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише ММА.